Всем доброго дня! И я решила продолжить насчет, как избежать агрессии к самому себе, своей собственной собаке, да, и своей семьи. Упустила я такой моментик, когда в семье, например, маленькие детки и заводят маленькую собачку, да, или, ну, зачем маленькую, щенка я имела в виду, не обязательно маленькую, может быть, большая в будущем, в общем, щеночка, да. И в такой ситуации очень часто бывает такое, что собака начинает агрессивничать к маленькому ребенку, да, или не совсем маленькому ребенку. То есть в таких ситуациях вы должны понимать, что у вас теперь два ребенка, да, и учить надо и того, и другого. И не делать уклон в кого-то. То есть, например, ребенок буцкает щенка там лопаткой, да, пусть и детская, пусть это будет не больно, может быть, это вообще просто чисто замахи, да, и ребенок у вас маленький, ничего не понимает, но за это ругать щенка, если он, ну, зарычал там или огрызнулся, не стоит, потому что сейчас виноват ваш ребенок, вы должны поругать ребенка, ну, или не поругать, а объяснить ему, что так делать нельзя, и сами следить в этот момент, как общается ребенок и собака, и заранее уже предвидеть, что может сделать ребенок, что может сделать щенок. И заранее вы должны контролировать всю ситуацию, объяснять ребенку, что, например, когда щеночек кушает, к нему подходить не надо, ну, не надо его терроризировать и так далее. Когда щеночек спит, то, пожалуйста, ну, не лезь, пусть отдохнет, да. И точно так же щенку надо тоже объяснить, что ребенка кусать нельзя. А как это объяснить? Скорее, надо ребенку дать какую-то вещь, которую он будет заигрывать. А щенка приучать именно кусать за эту вещь, ну, игрушку или что там, тряпочку, без разницы. А не нападать на ребенка. Ну, и вообще, как бы, вы поняли, оставлять одних щенка и ребенка не стоит. И учить надо и того, и другого, в принципе, одинаково, равноправно, не обижая кого-то из них одного, да. То есть, когда вот так вот все правильно в семье происходит, и ребенок учится общаться с собакой, и щенок, то в семье мир и лад до самой, как говорится, ну, в общем, до самого конца. Поэтому, надеюсь, тут вы тоже все поняли и приняли во внимание. Всем спасибо, всем пока-пока.